Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 100, упражнение номер 205. Прочитайте выразительно разговор Лютика и Жучка. Лютик, Лютик, что хохочешь? Да ведь ты меня щекочешь. Так листочки мне щекочешь, что не хочешь, захохочешь. Токмакова. Спешите, вставляя пропущенное окончание глагола. Подчеркните в словах изученные орфограммы. Хохочешь. Что делать? Хохотать. Оканчивается на «ать» первое спряжение, поэтому вставляем окончание «ешь» с мягким знаком. Щекочешь. Щекотать. Оканчивается на «ать» первое спряжение, поэтому вставляем окончание «ешь» с мягким знаком. Щекочешь. Мы уже сказали «хочешь». Хотеть. Оканчивается на «еть» первое спряжение, вставляем окончание «ешь». Захохочешь. Захохотать. Окончание «ать» первое спряжение, вставляем окончание «ешь» с мягким знаком. Запишем данный стихотворный текст. Разговор Лютика с большой буквы и Жучка с большой буквы. Тире Лютик, запятая, с большой буквы Лютик, запятая, что? Хо-хочешь, с мягким знаком, знак вопроса. Тире, да, ведь ты меня щекочешь, с мягким знаком, запятая. Так, листочки мне щекочешь, с мягким знаком, запятая. Что не раздельно хочешь, тире, за, хо-хо-чешь. Восклицательный знак. Подчеркнем в словах изученные орфограммы. Хохочешь. Бездарно гласного проверочное слово хохот. Окончание «е» и мягкий знак в окончании. Щекочешь. Окончание «ешь» и мягкий знак. Листочки ЧК пишем без мягкого знака. Щекочешь. Окончание «е». Ешь. Мягкий знак. Хочешь. «Не» с глаголами пишется раздельно. В окончании буква «е» мягкий знак. Захохочешь. Приставка «за». Хохочешь. Безударное гласное «о». Проверочное слово «хохот» в окончании буква «е» и мягкий знак. Жучка – это в данном случае клички. И ЧК пишем без мягкого знака. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.